Здравствуйте. Мы занимаемся с тортиком где-то 3 раза в неделю. А, к сожалению, итальянский кинолог нам не очень помог. Сидите. И мы начали занятия с Надеждой Франком онлайн. Молодец. И вот у нас наконец-то появились результаты, потому что тортик должен нагружаться не только физически, но и головушку тоже нужно нагружать. Да? Молодец. Ко мне. Молодец. Ко мне. Ко мне. Команда будет. Встать. Давай. Встать. Молодец. Нет. Встать. Молодец. Встать. Вот. Да, убил место. Молодец. Гуляй. Место. Мам. Молодец, тортик, место, молодец. Место. Лечь с тобой, забыл. Молодец, место, молодец. Умница. Гулять. Как? Сидеть. Лапу, молодец. Юки сидута. Юки сидута и ладзампа. Эу. Сидута дзампа. Чинку. Давай. Давай ты лапу. Давай. Лапу. Молодец. Ты просто сиди. На. Потихонечку. Молодец. На тебе кусочек. На, ты скажи тебе кусочек. Нельзя у других порвать. Лежать. Лежал. Какие умные собаки. О, стой. Молодец. Суп. Суп еще нету. Нет, нет. Последняя команда была выполнена бесплатно. Как бонус. Да? Молодец.
вами. Так. Что мне? Вообще нужны команды вот такие особенные для крупных собак. В любой момент опасно. Собака послушалась и сделала все, что ей сказал хозяин. Ну и напоследок наша любимая сидеть. Да. Повыше нужно. Давай другую лапу. Другую лапу дай. Кто умница? Кто у меня молодец? Ты? Все, вкусняшки закончились. Все. Все, лайки. Нету больше ничего. Занятия тоже.